Глава округа Андрей Иванов сообщил, что в муниципалитете в настоящее время строится Дом культуры в поселке Горки-10 и многофункциональный образовательный комплекс в деревне Раздоры. Сдача ДК в Горках-10 была запланирована на ноябрь 2021 года, однако объект завершат уже в сентябре, на 2 месяца раньше установленного срока. Образовательный комплекс в Раздорах будет сдан в августе 2023 года, вместо декабря 2024, как это изначально планировалось.